Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня я готовлю куриный салат с шампиньонами. Для приготовления мне необходимо 400 граммов маринованных шампиньонов. Я купила уже готовые в банке и несколько маленьких грибочков отложила для украшения салата. 250-300 граммов отваренного в подсоленной воде куриного филе. Это примерно 400-450 граммов сырого. 200 граммов очищенного корня сельдерея. И 150-200 граммов майонеза. Корень сельдерея я очищу и потру на крупной терке. Переложу в посуду, где буду делать салат. Куриное филе порежу тонкой соломкой. Если получится не совсем соломка, не переживайте. В данном случае это значение не имеет и на вкусе не отразится. Отправляю курицу к сельдерею. Шампиньоны порежьте в зависимости от их величины и своих предпочтений. Пополам или на 4 части, или пластинками. Шампиньоны также отправляю к остальным продуктам. И осталось только заправить все майонезом. Салат готов. Попробуйте его. Возможно, вам захочется подсолить. Хотя я этого обычно не делаю. Переложите салат в подходящую посуду и украсьте на свое усмотрение. Вот такой замечательный салат с курицей, маринованными шампиньонами и сельдереем у меня получился. И обязательно получится у вас. Непременно приготовьте. Несмотря на простоту, салат очень достойный. И приятного вам аппетита! Спасибо, что вы были вместе со мной, смотрели видео. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, комментируйте, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго и до новых встреч! Кухонные фишки!